Подождите, пожалуйста, я же не попросил агри трэш, там нету танка. Есть. Ави, ты танчила 25 гер уже когда-нибудь своим ДК? Ну, танчит, что-то. Помним этот рейд, да. Самый обоссанный дом. Какой? Фаталити. У половины рейда есть, и все пишут в чат. Что, Рома, Вардруг вообще тебе холиприста? Холиприст, зачем он нужен? Сейчас Рассейн Эршама зайдет, вы втроем будете хилить, а я где надо буду спекаться. Славик, спекайся в ШП, а лучше заходи на нормального персонажа, на какого? На Лока, на Вара там. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь сам. Наконец-то, блядь. Ой, господина, проникли! Фух, и сложная, конечно, ачивка, блядь. Вот не сдохнуть на бре, это прям. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Че, вам помочь подамажить, да? Да, будь добр. Было бы неплохо. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Так, братан, напиши мне, пожалуйста, заранее символы, которые будешь говорить на ненужный шмот, чтоб я приготовил, как бы. Хоть ему в ПМ это сказать. Подверг его душу. А меня еще кто-то слышит? Да. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Кокон скилла разбить. Норхрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Thank you.
больше, так и не начавших. Серсея, это пришла? Никто не смеет входить в обитель господина. Короче, даже не знаю, что нам придет. Что на кого не хватает? Ну, по идее, сейчас Серсей зайдет на Эршаму, и тогда в идеале, конечно, это должен быть один ШП и фул, либо Эршам сейчас. ШП не хватает, иди Эршам. Блин. Ну, короче, будет танчить Ави. Посмотрите, мутант. Тебе говорю, короче. Если она хоть раз косячит, я тебе начисляю 100 ГП, и ты в танка спекаешься. Или сразу спекайся в танка, и все, и мы не будем как бы это испытывать. Начисли и сразу 100 ГП, что ты мучишься? Время тянешь. Риска, ты не хочешь потанчить в БДК? Нет. Сразу Войда в таргет взял, думает, кто ж хилить меня будет, умру я или не умру. Изи захилю любого танка. Даже в ШП, да? Даже в ШП. Ладно, короче, Серсея зайдет на Эршама. Один ШП у нас будет висеть. И все, и рейд будет фу. Тут на пол пошел уже. Ребров, три хила пока начнем. Рыба. Кушайте рыбу, нейкист, кулаки, нервный пал, кресты, милая киска, каски. Давайте фулбаф, пейте фласки, пожалуйста. Напишите в РК, если вы ролите на другого персонажа или на другой спек. Вас пикнуться помочь. Да не надо. Маги, поставьте сразу столик, чтоб пацаны поели. Далее ты сейчас отрыгнул. Не, ну можно ролить на один спек. У нас правила для всех одинаковые. Че, столик будет? Ну, просите лайфстиллера. РК у нас 27. А, на 26 кто-то куда-то вышел. Кто-то в РК, кто хочет пойти в рейд, есть. Поклонский, ты здесь, урод? Ой, в смысле, Жень. Ну ладно, короче, давайте пристабаф, интеллект, бафайте в рейд. Крестов я не вижу, нервный пал, ты кресты даешь. Марат жив, но он сказал, он сегодня идет с девушками встречаться. И типа не может с нами. Даже с девушками? Блин, твой же в рейде. Еще раз, интеллект и крест. Это он для прикрытия делает. Кто осколки забирает по очереди сегодня? Кто ГП получает сегодня? Давайте, комбинация на весь ненужный лут в течение всего инста. Это будут три русских буквы, английская буква Б на конце и три цифры по порядку. Подожди. Не, ну вы русские буквы можете не писать, я же их назову сначала, а то вы как-то, типа умные сами. Давайте,
три русские буквы. Три русские буквы называю и три цифры. Между ними должна быть буква Б, английская. Не, английская Б. Буква Н, английская. Н подойдет. Курился. Рома, иди нахер, петух. У тебя нахуй, блядь. Н большая. Английская большая Н. Три русские буквы, три цифры называю. Русские. У, Г, мягкий знак, 672. Редстоун выиграл шмот. Тоже через Ctrl-V, да? Изи. Почему? Он написал мягкий знак, а надо твердый, блядь. Нет, мягкий я ставил. Серсея, ты пришла, Серсея? Давайте, маги, что вам, Дживс нужен, чтобы по инту бафнули, или ГП, что вас больше мотивирует? Серсею надо. Да, ну она пока загрузится, короче, понял, это... Ой, какой голос противный у меня. Теперь ты нас понимаешь. Давайте, чек на пол. Магазин не запускайте, приду. Виталь, брат, давай, ну хоть пета в бой отправишь потом. Стоим, стоим пока, бенчвормер. Кекис, ты тут? Блять, у меня уже звездопад горит, ну давай. Как ты его так нажимаешь быстро? Ну, хочешь, мы подождем, пока у тебя КД пройдет? Алина, ты пришла? Блин, в сеть никто не заходит, как назло. Вообще непонятно, суббота, они что-то теряются, о том, что шабычек не было. Готов. Давай, надо. Начинайте. Начинай, АВ, два ханта на пул на АВ. Рост, как станем под босса. Ваня, ты один шаман. Только не умирайте. Разбойник, брат, не умирай. Лютый Макс, ты стоял все время непонятно где. Ох, кабул. Окей, служи, выйди. Сука, он заебался этими шипами. А у всех, да, задержки? Бой, ты поешь гимн на ХП, когда лужи будут в рейде. Давай, читай гимн, Слава. Вообще не дохил. Блять, ты шипал все время. Еще горе свой, вставай. Подними, баба. Лютый, подожди, не поднимай. Лютый, ты тут? Тут. Ресай, баба. Пиздец, где он? Он там, блядь. Сзади где-то. Возле хода. Ты лут поменял? Да. Побейте шипы, мало дамаги. Бейте шипы. Бенчвормер, читай гимн на ХП. Блять, в каждом шипе побывал. Найс. Ох, ё. Хоть не упал. У меня жопа после шипов болит, знаете как? Блин, Кощуга, я если честно думал, ты получше хилишь. В смысле? Так на мне, блять, 3 или 4 шипа, блять, было постоянно. И на вихре в том числе.
одновременно. Ты там выиграл шмот, я что-то не помню. Еще раз комбинацию разыграем. Давай. Я выиграл. Я. Давай еще раз. Кольцо за 10% надо кому-то? Может, хила все-таки. Щит за 10% нужен кому-то? Он наебал слота. Щит без ГП. Сердцечко пришло. Бринтроль. Ромчик мне кем? Эршам. Бринтроль за 10% нужен кому-то? С ГП бринтроль нужен? А присты могут бринтроль нанести? Да, за спиной. Посмотрите на свои руки. Нормально. Задумайтесь над нелепостью их строения. Ой, вон, синий. Кожа, мускулы. Дайте столик, паги. Как было же. Вроде не. Да, было. Давай, Вань, спекайся сейчас уже в танка на трэш и агрите по чуть-чуть правую бачку. Надеюсь, какой-нибудь ШП придет сейчас. Сейчас ССР только загрузится, и РШАМ зайдет, короче. СРС обратно будет грузиться на креста. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Локи уже были. Или нет? Мы сегодня писали, что последний день. Какого? Нет, еще присты не дрались. Я же еще не дрался. И ханты, да. В смысле, что ты гонишь? Спорим, я тройку возьму? Серьезно? Ты думаешь, ты топ-3 за ШП возьмешь? Да. Я могу сказать, кто топ-1 возьмет, короче. Я возьму. А что тут? Куф возьмет по-любому. Ну да, но если он будет. А что за моб, которого бить не могу? Могу. Ты его в цель возьми. Могу. Получится. Ну а там больше нету никого, короче. Я спекну сейчас. Не, в альянсе много ШП хороших. Но Куф все равно возьмет. Куф же вообще там, по-моему, R2 брал, только Барлоса когда-то проиграл. Да, он и психопату с этим конфлагрейтом сливался. Эру он, короче, такой. Он арена. Ой, БГ-ШП, он на арене не очень хорош. Там же дуэль. Алина, ты долго будешь еще заходить? Я захожу. Ну я только подошла, сейчас зайду сет. Блин, ну я его не посчитал. Ну, значит, четвертое место я выиграл. Да, дайте плохо фонд вообще. Не пойду. Как сейчас помню, когда с Виталиком вышел в арене. Говорю, King Freedom, что это, где это? А мне его на панели нету, блин. Охуенно. А сколько ты примерно минут будешь грузиться, Алин? Я уже захожу. За минуту, думаю, прогружусь. Ну давай, Виталь, шкаф, минуту мы ее подождем. Нету осколков. Ладно, шучу, тыкать. Слышите, Виталий говорит, топ-3, ну, тройку возьмет. Ага, блядь, мне проебал вару просто в дуэли, блядь. Так про товары, наверное, в дуэли сейчас никто не выиграет. Ну, вообще-то... Никакой класс, наверное, про товара сейчас дуэли не выиграет. Из 30 раз, блядь, он все время проиграл. Да, Ришард был на изи выиграет. Должен был проигрывать. Кто на изи выиграет? Ришард Бру. Да, ты как-то быстро начал грузиться, ты компьютер купила себе? Нет, я открыл его и пропылесосила. С айфона просто зашло. Дай эти бафы по Серсе и по Эршаму, пожалуйста. В 4 хила леди хилим. Можно
Мутант и Аве, надевайте ДД-3, не ДД-кольца, вы будете леди ловить. Первый на пул, ханты, даем на мутанта. Разбойники бью... Разбойник босса бьет, все остальные трэш бьем. Милики бьют трэш. Милики бьют трэш слева, и два БДК танчат слева. РДД бьют трэш справа, и протопал танчит справа. На второй фазе смотрим за духами. Dark Side, пожалуйста, удели время контролю на этом боссе на обоих фазах. Я тоже это буду делать, и баф вообще все время контролить. Ну, как обычно, только скажи, как его контролить. Какие метки? Я не знаю, как это делать. Квадрат, месяц и треугольник. Три метки. Че вы молчите, блядь? Ну ты, блядь, и скупой. Взял мне точечно стамину бафнул. А дух, блядь, где? Тихо. У меня ДБ метки не устанавливает. Ну а давайте. Лютый макс квадрат. Да как квадрат? Вот сейчас я буду там, допустим. Вообще, ничего не распределяй метки, контролим тех, кто не в вихре. Тупо стоим втроем, кастуем в вихре. Ну... Лютый макс, я и Дарксайд тупо контролим. Кащуга тоже контролит. И в итоге, блядь, втроем одного, блядь, законтролим. Ну ты видишь, что он в вихре. Твой вихрь в него уже не прокастуется. Что я буду ждать, пока другие законтролят? Надо сразу это делать. Че ты орешь? Кастуешь вихрь в него. Если он уже в вихре, не в твоем, берешь другого человека в таргет и в него кастуешь. Пиздец, одна кнопка, не могу разобраться, блядь. Серсея, что не так? Кис, что не так? Сейчас мне что-то не хватает, погодь. МП5 мне не хватает. Счастья в жизни. Хватает, блядь. Нервный пал, крест шаману, пожалуйста. Макшурупец, все готовы? Начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контроль будет, готовимся. Я ШП. Блин. Мага ловить, красавцы. Что-то как-то он быстро слетает. Давайте, все в трэш. Ванька, мы, по-моему, с тобой вдвоем на БДК в башке вешаем. Вешай, тогда это, мол, протопал повешу. Сейчас, я потом переделаю эту макро, сейчас сделаю БДК. После босса переделаю. Трэш справа добиваем, контроль ретрику, ретрик лем контроль. Будем стопать, еще будем один трэш ждать. Диспел с леди рост. Диспел с леди рост. Трэш справа их не добили, добиваем трэш. Давайте, в стоп ДД в босса, все в трэш играем. Топал в контроле, добивайте трэш. Давайте переводим босса на пул и на мутанта. Набирайте рейндж, все отошли от духов. Бьем все леди. Протопал трэш справа собирает, бьем все трэш справа. Все остальные на пулы даем на авы. Ты бей ледяным прикосновением по КД в босса. Смотрим, духи появились, убежали все от духов. Да уе диспел, давай по рейду, короче, Войд. Маны срочно. Маны срочно. Лютый, ману, Серсей.
the Ring. Бенчвормер, гимн на ману. Смотрим за духом. Войд, на тебе, а уедет диспел по рейду после заморозок. На пулы, на авы, хорошо. Вижу, на пулы, трэш слева все бьем. Протопал, забери, там еще один моб какой-то. Все нормально. Смотрим за духами. Диспел по рейду, духов смотрим. Все от духов ушли. А, не успел слить. Духи, духи в рейд. Духи появились в центре, духи. Трэш справа бьем. Контроле. Попал в контроле, ловите все, ловите трэш, фирьте трэш. Не танчите его, лосайте все трэш. Ты что за слово такое? Ну а ты типа убегать надо, понял? Не так как ты. В смысле, мне вообще какая-то стрела убила. Тебя моб ударил и сразу ледяная стрела ударила. А почему меня моб ударил, а? Протопал в контроле было, ты не лосал. Ты дурак, там контроль уже спал. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. Дай плечи, пожалуйста. Ботинки. Ботинки за 10% нужно? Давай. Простите, вы там без демона били, если что. Я забыл призвать. Я-то думаю, что у меня дамаг такой маленький, сука. Ну, это я ж и говорю. Кольцо за 10% нужно кому-то? И да, у тебя маленький брат. Кольцо без ГБ. Лайк, ну тебе не фартит, шмот весь падает, нормально. Так ты даже кольцо мне не отдал, тебе. Так оно мне, ну я его типа носить планирую когда-нибудь, оно ж котовское. Так, нет. А где ГП? Оно не котовское. Какое ГП, о чем ты? Оно не котовское, Виталий сказал, никакого ГП не надо. Ну так мне отдай тогда. Сделать будем? Конечно. Сейчас приведу тогда. Не, не буду, может ты зайди это. Ну кроме парень пришел, похоже. Ой, заглянул, Сань, сказал, я красивей, короче, понял. Красивей. Как? Красивей, да? Красивее. Чё красивее? Красивый, красивее. Ты чё? Красивее. Школу вспоминаю. Уроки русского языка от Войда. Войд вообще-то не русский. Давайте в пушку садятся... Те, кто умеет там стрелять, все остальные без исключения берем ранцы. Там протопал тоже ранец берет. Ты чё, блядь, доширак ешь? Я плачу. Смотришь на его ДПС, что ли? Вот так дал на маленький. Запускай. Давай. Булок, 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 дайте, пожалуйста. Сандра Булок. Вендетта и Макгрегор, что не так? Готов, Вендетта. Готов, все, уже готов.
98 маги. Уже корабль. Если вы не будете бить здесь, я начислю вам ГП. Вендетта, ты вообще, я смотрю, новичок, уже ФК стоишь на корабле. Ранец ты не взял. А, не взял, извини. Давайте, кто меня обгонит по ДПС, даю 500 баллов. Да, я тебя в пушке обгоню. А сколько? Не, вот сейчас. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Пехота, сержанты, бой! Ничего там, как ты 500 голды приготовил? А ты всем будешь давать, кто обгонит? Я просто успел спекнуться, как бы я готов за голду. А ты даже Элем просто вшатывает, блядь. Блин, я ранец, правда, не одел. Его бы нельзя уже одеть. На нашем корабле бежишь? Блин, ранец не одел, два раза упал, как я Войда перегоню. Бал, я могу стопнуть, подождем еще трэш. Когда КД звездопада пройдет. Войда сосредоточен, молчит. Ром, почему ты воду не обгоняешь? Все, звездопад пошел. Я два раза упал, Андох, и ранец не надел. Ну ты рак. Двух сержантов сорвалось. На меня двух сержантов сорвали сейчас. То все, бульдог виноват. Он, походу, специальный. Не, не добиваем. Фу, ой, добасал всех, просто всех. Ждите мувик, блять, когда мажет трэш корабля. Фу, бля, обоссанцы, блядь, никчемные. Да, блядь, я упал вниз с этой бомбы, да, засмотрелся на мобов. Да чё ты оправдываешься, я же не говорю, когда ты обоссанец. Ой, Славик, давай сейчас на сурке, дай столько же хотя бы. Давай на сурке, Войд, с тобой на 500 голды забьемся. А кто ты вообще? Чома. Ну, давай. Герои, будьте начеку, блядь, только что... А по трэшу? Что значит по трэшу? Он кто больше по трэшу дашь? Не похер, кто он, блядь. Эти бафы бодруины. Чё там упал? Сапоги, если нужны, тебе забери у Лайфа. Ой, почему у Лайфа? Там тринька есть? Лайф, опять не тому отдал. Кольцо за 10% надо кому-то? Блин, на каску рыбахнете по ДК?
могущественнее, чем ты можешь представить. Блин, ты на танке писал, что ролишь. Смотрите, я в сове, вас трое хилит, короче. Дайте мне даже баф и поставьте рыбу. Пристабаф. Угу. Присты. Можете нормальный баф дать, блядь? Дайте вам джипсы, купите регинов. Ну и что мы, Войд, забивайте на 500 голды, Войд. Ну пристабаф, дайте ее вашу мать. Войд, да, пристабаф, да. Славик, пристабаф. Хотите узнать, ну дай пристабаф, Славик. А второй, блядь, приз не может? Ну второй приз спит, этот в РК хоть отвечает. Что-то оптимистичное, да? Сегодня там ванилу открыли. Где? У нас. На циркуле. Или когда его вы... открыли. Да хер его знает. Срослось у лютого. Следующий трэш, а вы вызываешь войско. Трэш 10 секунд. Призывай войско, как откадешится рун. Я буду хилить тебя. Мне кажется, проблема в танках. Ваня, если можешь встать, вставай лучше. Сейчас, захилит на меня. Дайте иннерфу косаку. Ну ладно, кто там, я дал. Тащите. Пай, Макгрегор, войско под этот трэш. Сейчас вызывай войско. По-моему, просто ДД на рит трэш-то сливают. На мне метка, прости. О, блядь, конечно. Вызывайте войско, еще докалку, кто может, мутант, рискат, бьем босса все. Бля, трэш тупо вообще не били, просто. Рома, кидай ХП им всем. Ой, я третий. Нормально. 650к. Просто. Такого никогда еще не было, да? Просто говори. Я упал, и я четвертый. Давай, ради волю на мейн. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайся. Серсей, ты писал, что ты ролишь на мейн? Да, Рома, но у меня 2 КГП, так что... Кто, Шурупец вы, а Дарксайд тебе воля нужна, ты выиграл тогда, да? ГЦ. А вы можете как-то присумонить? Я на текстурах на стенке стою. Не знаю. Сколько там ГП стоит, а? 4 не упало. Кто, воля по дону? Токен завоевателя роли. Короче, тот противный маг просил передать то, что он передает всем привет, любит Джейми, хочет, чтобы Войт ему очко порвал.
Кто это такой противный маг? Ну, дружочек ваш, Акал, псих не псих. А откуда он передает? Ну нет, он не у меня дома, не волнуйся. Не так, я тебя только жду. ВК написал, попросил. Да, и то, чтобы Славик ты мне очко порвал. Токены с нормы нужны кому-то? Защитник, ой, завоеватель или покоритель? $650,000 в трэш. Вот просто бог. А наш Биба пойдет. А ты как за сову трэш бил? Пойду на минуту. Как? Просто весь трэш. Ну, звездопад даю под первый трэш, а потом второй без звездопада, третий под трэш. Не, вот так. Берем. Когда звездопада нету, там выбираешь и как-то точечно бьешь или доты вешаешь тоже. Из-за того, что никто не бил. И доты, оно долго. Звездопад, трэш ушел. Его все время, короче, бью всеми обилками, ну, если у него хп много. Потому что обилки вешают еще дебаф, короче, и от этого больше урона получается по трэшу. Я типа одного бью, короче, потом второго беру, его бью. Вот так. И кралька так же делает, кралька вообще много по трэшу дает. В смысле? Если трэш не бить, вайп будет. А ты сколько по трэшу будешь ловить? Ноль. Бобр. Как любой нормальный топчик. Да, я знаю. Чумку пойдем. А я за ШП и за сову всегда бью трэш, вообще всегда. За ШП говорит ноль. ШП профит, короче. Бить, да, трэш. ШП, кстати, когда трэш бьешь, больше ДПС, чем когда не бьешь. Тем более сейчас его никто не бил, вот там вообще нормально можно было продохнуться. А как там, ну, чисто палец или вот это вот? А линканите ДПС, пожалуйста. Я только палец, короче, вешаю, понял? Не, скаду линканите, это прикол не считает. Сколько мобов? На 2 или на 3? Ну сколько успеешь, сейчас можно было на всех 5 успевать навесить. Скаду линкану? Угу. А что за палец, как правильно называется? Прикосновение вампира. Блядь. Дайте лут каждый за себя, пожалуйста. Иди за чем? Красный тут смотри. Лежит колье. Это моё поверженное ожерелье. Лайф, ты не хочешь дамаг поскать? А я мут. Я мут поймал. Через 2 минуты. Цель мне поле зрения. Идите в жопу. Хилы, выйдите, похильте Мелизона, там просто, может, вы не достаете, да? Захилите втроем, гниловые, или мне спекаться в хила? Попробуем. А если не захилим, спекнешься, чё? Там мы с Ванькой вдвоем захилим. Спасибо, что линканул, но я... Какой суммарный ДПС рейда? Спекаться. Я 2 хила не хочу, я жопу рвать и так на расслабончике хилим. Сколько общий был, скажите, я удалил. 328. Нормально. Вчера был больше. 24 идем. И Славик, ДД. 16 карт, нормально все. Славик тебя, кстати, обогнал, Виталий, я не знаю, что ты базаришь. Я поэтому и прошу скаду линкануть, потому что с пэтом как бы я и тебя обогнал, мне кажется. Да твой пэт вообще... Блядь, где я? Херня третья. Чё? Ну где? Вот вон 10 он линканул. Что на следующем месте? Ну, блядь, линканул. Ты как после войда? 15. Вот мне 500 голды отдал. За босс. Во, блядь, ты прикинь. Теперь что такое, Виталий? Вообще печалька, конечно. Рома, Рассани, а теперь давай мне обратно 500 рублей на кораблях. По-любому ты хотел. Ну, мы же не спорили, слышишь, ты сказал, я дам всем, а ты не сказал, что давайте забьемся. Отвечай за базар, пожалуйста, мне вот это гнилой твой базар не нужен. Рома,
Там, кстати, демона профит не трэш бить. Когда 35, у тебя глыба прокает, ты будешь глыба бить. Ну да, там демонам тоже можно в трэш свечиться. Можно стрелой первого уровня, а тракшас бьет первого уровня, по-моему. Что, от нее быстрее прокает или что? Она быстрее. Ну, она кастуется там за секунду, и у тебя вот у моба 35%, у тебя быстрый каст проходит, и прокает дебаф на ожог души, и ты бьешь вот этим ожогом там 9 секунд. А, это как у Фроста тоже же так же делают. 0,7 секунды она кастуется. Ну, у меня. Вот, он Талдорама стопудово ей бьет, короче, я вот обращал внимание. Конечно. Но не всегда, но трафикно, короче. Бывает, теряешь как-то. Дочку ролики. Мне кажется, ли ее нет луки. Да не, ее нет, я не знаю, что играть. Там, кстати, все равно, если каст меньше секунды, смысла нет, это же не будет все равно одна секунда. В смысле? Так, она для прока нужна, короче. На вот на лече просто валь, короче, вверх стрелу бубашишь первого уровня за 0,7 секунд и ожогом херачишь. И они всегда наверху у тебя вали есть. То есть после второй фазы, ну, всю вторую фазу нужно ожогом бить. Нихуя Америку открываешь. Типа. Нифига, например. Тебе не открываю, но Ване открывай. И можно сразу писать макрос на таргет Валькира, короче. И даже не обвинять таргет. Ну, именно для лича тогда делать макрос. Ваня, я хочу от тебя услышать. Я могу спекнуться в эрдру, мы поставим мага в рейндж, у нас будет один маг на замене. Или я буду в сове, короче, у нас будут два мага на замене на рейнджру, но вы в траве будете хилить. Да, будьте советом, если что, слава гимна даст. Я на славу не особо рассчитываю. Славик на ренджи только в норме умеет стоять. А что, тут на ренджу надо вставать? Дайте шкаф, Виталь. Давайте, на ренджи у нас 3 ШП, 2 совы, 2 ханта и демолог. Камера тут ладошится. Тыкните в шкаф сзади. Почему демолог на рунже? Некого ставить. Певч. Три ШП. Ну и экстрим может побегать на рунже. Для чего? Чтоб ты опять меньше войда дал ДПС? Не вспоминай это, пожалуйста. Это потому что умер кто-то. Олег, сумонься быстрее. Ну тут ты меня и должен передамажить. А так зачем это лок это на рейндж стоит? Два ханта, три ШП, две совы, протопал, Элем. Все. А, у нас Элем есть. Ну давайте Элем на Женже, а я гуделка под боссом, только портав поставь на Ренже. Кочуга, ты кем, я тебе голды дам? Экстримом он, которого ты хотел на Ренже отправить. А, точно. Тогда не дам. Тогда не дал, конечно, нет. Мог бы, блядь, и на рендже побегать, нет? Серсея, ты здесь? Ты кричал, ты в два хила будешь хилить, сама зассала. Да тут, я тут. Ну иди сюда, зай. Сам зассал, давай отхилю. Давай. А потом я тебя. Виталик,
Вот попробуй только Войда не передамажить. Давай мы тебе как бы новый ник какой-то придумаем. Что не так, Алина? Бафните сову и Пепчева, проверьте на них бафы. Кушай, 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 солнышко. Что, кстати, налоги будут через 15 минут. Кто будет через 15 минут? Кекис, дай МК, пожалуйста, Редстоуну. ПВП, турнир лучше с ним. Ну все, спасибо всем за рейд, раз Ваня сказал, что ПВП турнир локов, давайте. Да, давай. Шурубец, ты здесь, друг? Давайте, Авы, начинай, дайте только напулы на нее. Перебегайте там на лужах, когда будет вливаться лужа, чтоб не сдохли. Два хила идем. Серьезно? В два. В три же. Да пусть очку и лучше. Саш, глыба. Еще один раз шумок. Сука, ну где испепеление, а? Я вообще не пропал. Плохо, плохо. 2000 косты, блядь, 2200. Лучше мультидоты. Ищи 20 ху дает, вы видели? Кто? Слава? Нет, Бибоп с рейнджа 20 ху дает. Это на мультидоте. Там мне было слизни еще, когда мы, ну, мог мультидотить. Только слизни не отпускает. ШП танчи слизни. Пайф, еще раз глыбу. Угу. Вон висит. Тань, под босса, лайф, сейчас мы заблюемся тут. Пусть лучше большой будет. Протопал вообще расслабился. Блюю с болезнью возле большого слизня. Комбо. Неудачник просто. Бля, Боб снял болезнь с меня, да? А, нет, слизень появился и ушел в большого. Кожа КД захиливайте. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Бабл мейкис. Дебул. Наверное, крылья сейчас от КДшек. Все хорошо, без смертей, в три хила. А я переживал только. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Виталий, ну ты сейчас не зашел там себе. Даже не мог. Козырь. На самом деле, плохо, очень плохо. Козырь, тебе нужен кинжал? По моему рекаунту Виталик передамажил. Нет, я и так передамажил, но... А, там певчик. Короче, я раньше всегда тут спокойненько 17 давал. Сейчас я еле, блядь, 15 выйду. Перчатки на мейн нужны кому-то? Говно какое-то. Перчатки на офф. Они на энх идут или не? Нет. Нет. На энх другие. Блин, хотел себе забрать. Говорит, нет места, что делать, что делать? Мне тебе. Мы можем договориться. Тебе нужны они на кота? Нет, не нужны. А, ну ладно. У тебя же места нету, Финь. Да я вот что-то удалил. Ну ты понял, да? Так, споры. Одну к звездочке, одну к ромбику. Если на миликах спора, я скажу, кому выбегать. Редстоун, Фукасаку, Фукасаку. Ты чё, в медведя? А тут? Мутант. Здесь, короче, на счёт три начинаем. Раз, два, три.
Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Макгрегор, выноси спору. Меньше, мама. Ваня даже не пошевелился. Я что-то подлагиваю. Слышишь ты меня, да? Да. Слышно. Локов запускают просто. Через 15 минут трансляция, это половина, через 9 минут. Макгрегор, выноси еще раз, брат, ты все равно ДПС потерял. Не обижайся, не, в другую сторону, Макгрегор, к ромбику. Блять, сорян. Ты попроси кого-нибудь скиллованного паладина тебе дать красную каплю и одну спору собери, и ты выживешь. Рома, ты видишь портал локовский? Да. Ну, раньше тебя тут не было. Ну, а почему там портал? Тебя раньше тут не было, балабол. А портал был? Знаю. Протопало, хилим. Ханты, сносите споры к шаману. Красная карта по скиллу один. А кто говорит, вас же два ханта, они же, наверное, не знают голоса. Даже я не знаю. Маны залейте, ребята. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я забыл, на какую кнопку у меня точка, сука. Обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Это заклинание еще не готово. Читать это заклинание. Подождать. Это заклинание еще не готово. Туфлопус. Ты всегда был моим любимчиком. Дишлайф, тут как просто праздник для тебя. Молодец, что оставил столько газа. Ну, знатоки, скажите мне, когда я кастую стрелу, у босса на 5% вероятность попадания по нему крита повышается. Это мне или всем? Всем. Это как ожог, короче, понял? Они друг друга сбивают. Ожог не надо вешать, потому что они теперь не стакаются. А моя если нет... стрела еще, кроме ожога, с кем-то бафается? Нет, не с кем. Ну, с другим локом только. То есть, на экзекьют фазе, когда у меня прокает все время ожог души, мне лучше один раз, там, 20 секунд стрелу кастануть, да? Ну, его обновить нужно. Там минута, по-моему, висит. Он же долго висит. Полминуты. 30 секунд. Надо обновлять, короче, баф. Как? Найк. Черный плащ. Ну, он и так переводился. Вы помните. Кого? Невидимость? Слав, они сильно молодые, они такое не помнят. Да я такое не помню, блин. Я тоже не так, помню. Я тогда Наталью Орейро смотрел, вот этот. Как вы бьете? Ничего не поменялось? Нахватываем куклу сначала? Ну, если с Эрдру нету, то будем стопать. Не, Эрдру есть, стопать мы ничего не будем. Сначала куклу нахватаем. Иди пока... Не, сейчас подожди. Ну иди, короче, пей пока. Никто сейчас босса не бейте. Подожди. Давай, релога, если кеки, с бенчета. Идите сюда.
Не бьем босса, нахотываем куклу, быстро переводим, стоим у стола все время первую фазу. Убиваем двух слизней, Кощуга, ты на тебе, короче, метки целей, когда красный выбирает, ты захиливаешь чувака с красным. Ага. Ну и все. И все, а потом, короче, под зеленый экран вводим в ту сторону от красного подальше. Вот био ушли люди, и на минутку. С минутку стоим, через минутку ты зашел уже, Коль? Да. Кейкис, Редстоун, Баф и Фукасаку. О, Мадалина, его шло рекикали с гильдии, чё, он опять у нас? Кто он там у нас? Кто взял Лолза? Это не тот приз, который всегда гнал на гильдию? У него все твинки вроде Лолзы, блин. Или я его путаю? Я не знаю, вот кстати, он. Зачем вы еще Инвин-то взяли? Он еще на адептов пиздел, блядь. Давно, блядь, его взяли, он что-то там начал все хуесосить. Я не помню такого, я еще в адептах был, с ним нормально общался. Вон лол с Фрейди на ретрике, можешь у него спросить. Короче, у нас сова отсутствует, Коль, пей куклу пока, Кощуга, хотай куклу. Отойдите знаю, все от него. Фрейди, ну и что, я у него, блядь, спрошу, гнал ты на гильдию или нет? Да. То есть у него сейчас ответ будет, гикну я его с гильдии или нет, блядь, да? Видишь, он знал того, кто гнал. Бенчформер, отойди, пожалуйста, от куклы. И да, спасибо. Шаманы, хильте рейд. Садитесь, ешьте рыбу или свои плюшки какие-то маговские. Да, не знаю, что еще, пожалуйста. Ну, Акиха есть у нас в варде? Тебе уже нету. Уважаемые подписчики, поставьте, пожалуйста, рыбу. Так бой же уже нет? Нет, у нас нет боя, мы можем есть. Можем маговскую еду есть, но у меня ее нет. На куклу бой не вешается. Вот, рыбка стоит. Кушайте возле звездочки рыбку, чтобы вас меньше нужно было хилить. А все там уже давайте можно. Давайте перейдем пока трэш совета, чтобы мы время не терять. Не надо, пока мы не пулим. Давайте, милики, подходим ближе к боссу. Милики, ближе к боссу подходимся. Чек на пул. Все готовы? Танк начинает. Какая тактика галимая? Где мой бурст хил сейчас будет? Все пороки спустил. Выходите, слушай, вообще выходите далеко. Что, в сове? Да, ну, но профи нечего хилить, тут главное домашнее, мне кажется. Ну, туда хилы не сбегаются. Да не сбегайтесь. Особенно аэродруг. Все подходим ближе к столу, и зеленым, и с красным дебафом. Замедляю бой. Красный в приоритете. Лужу не добивай, а потом красного еще раз замедлю. Вроде. Давайте, бьем слизни, бьем по дебафу. Сбежали с цель зеленого. Убежали от цели. Убегаем от зеленого, все подальше от слизни. Сбежали с цели, все сбегаемся, сбегаемся в цель. Красный смена, красный смена, красный смена. Смотри, завис. Бог кидает на него быстро. О, как неожиданно. Почему нельзя было в кота уйти? Ну, я в кота и прыгну. Там, когда двоих заметил, потом... Короче, это проблема человека, на котором вот сейчас, чтоб вы не говорили, 80% вины на человеке, на котором был первый слизень. Смена слизня опять происходит в рейде. Она должна происходить у ворот. Вы не умрете, когда на вас будет уже 5 стаков. Без хила даже не умрете. Почему вы не выводите его в рейде? Почему вы крутите его куда-то это посреди рейда? Это я не знаю. Это... Ты не прав. Ну его можно... Короче, вот можно ты стоишь вывести, в рейде. Да, но... У тебя 10 почему стаков, ты не прав, тебя потому хигат. Что на миликах тоже есть красные дебафы. Милики будут за ним бегать и у ворот. Ну правильно, сейчас-то не и в милике как... была проблема у нас. Ну и что, и когда... Трем миликам проще выбор? Убежать, чем 10 другим людям. Ну это просто Виталик, на мы это, кстати, просто... проверяли. Вот извини, я перебью вас. Виталик, ну мы проверяли, когда кот бежит под спринтами, его красный в любом случае догоняет. Он не успеет убежать под спринтами. Ну... Который совой кот. Две секунды. А который кот успеет.
Че? Ой, код, этот, который... ну, спринт, как тебе дает 70%. Ну, Саврон столько не дает. Там, пока бафать, следу на 30 секунд. Так, ну там, что ты пиздишь? Потому что у кота, который фирал, у него еще в талантах 30, по-моему, процентов из скорости. Да при... Че за бред? Нет, я имею в виду, что там все равно было бы 1.5 секунды, но он бы догнал, но чуть по... Короче, не в этом суть, его просто бить надо, блядь. А там уводить его к воротам, это, ну, тоже не варик. Его замедлять надо. Блять, опять стакать эту поеботу. Я не знаю, как с таким ДПСом можно падать тут. Ты свой ДПС видел на тухлике? Ребят, вставай. Я больше не чувствую себя ущербным. А что... облако газа это что, красный, да? Да. Мутант, что ты там говоришь? Погоди. Мутант, что ты там говоришь под, про этот, про власть нечестивости? У тебя в красного набито 88 тысяч. Шурупец, вставай, пожалуйста. У нас красный ДПС меньше, кстати. Давайте фулбаф по рейду. Это вы зеленого линканули. Это красный. А, нет, нет, это красный. Да. На зеленого ты первый. Как пацаны дали 18 и 12к, вы тупые что ли? Чё, вы не били слизня? Так бы убили. Я нет, как бы бегал. Это... Чё, обзываешься какашкой? Ну, рискат, потому что он бил зеленого, а красного он просто мором попал. Понятно. Фукасаку, Иван. Садитесь жрать рыбу, два хила буду сейчас хилить. Пей куклу пока и хильте рейд стойте. Садитесь, только все есть, у нас два хила хилят. Прожми чешку-то, малина, если что. Я не буду кушать рыбу, у меня своя рыба. Кушай свою пока, да. Так у меня, ну как бы она заканчивается, да? А я уже с бафом. Ешь булки. Я буду набивать Ване ХПС. Так Вани нет. Ну а Фукасаку это кто? Ну на ФК, мы из-за него прошу, я есть рыбу. Шлем такой уродский, трансмут. Так он есть, он бегает. Бегает, вот я жду, он сел жрать вместо того, чтобы пилить. Вань, как там дела, Вань? Кащу, нормально, хавчик взял, вот. Можно хилить. Что-то не то. Да все, хватит. Там половина. Кослуш, выходите, подходим милики к боссу. Чек на пул. Чек на пул? В бою, блядь? Нервный пал. Все готовы, танк начинает. Отличные новости, народ. Пожалуйста, с красным слизнем вот отсюда бегите большим кругом далеко. Не возвращайте его обратно. Выходите с луж. Еще...
отошли с дебафами подальше от слизней, от красных и от зеленого. Может получиться что-то любопытное. После того, как вас зеленый откинул, убегаем от него, потом опять бежим к цели. Кош, прожми. Слизень пол площадки прошел, на него только после этого замедление. Зачем кош, блять, нас зачем скидывать слизня, я не понимаю. Ну, он багался раньше. Ну вы, блять, вы пиздец. Он раньше багался. Ну вы ебанут. Ну, я не могу. Что там произошло? Кош нажал и Робби? Да, короче, Робби спокойно себе стоит далеко. Скидывает зачем-то слизня, он выбирает нервного пала, и мы падаем, блять. Нахуя просто роги скидывать? Что, ну что случится? Ну раньше, короче, скидывался, и он становился на месте, просто тупо стоял. Я понимаю, если бы он скинул и портанулся бы в Долоран, вот это прям, блядь, оправдание, понимаешь? А тут как бы... Нормально. Короче, Нейкис, тебе партийное задание, Ракшас. Когда красный слизень будет близко к своей цели, ты на эту цель кидай боб. Вот тогда он просто стоит и ничего не делает. Ну, когда на переходках. Так он бы не успел кинуть, там было... Но сейчас не успел. Секунды, да. Я знаю, что сейчас он бы не успел. Это Ваня вайпнул нас, короче. Когда он спать уйдет, я ему ГП начислю. Сидел, ел рыбу, блядь. Сидел бы дальше, нахуй, ел бы эту рыбу. Зачем, блядь? Че ты, когда он кричал «прожми кош», не сказал, что он сбрасывает стаки? Да, он боится авторитета ее. Он уже менял таргет, надо было там кричать «милики, уйдите», вот это я не сообразил. А милики так-то тупенькие оказались, да? А милики только цель переключили, начали блин, бежать. Коля, а ты можешь быстрее зеленого замедлять? Он пришел к цели уже, и в него только в этот момент плевок прилетел. Как-то ты выбираешь красного, плюй в нее, сразу зеленого и тоже плюй. За время каста я двоих замедлять успевал, пока они только кастуют оба. Почему ты не успеваешь, я не понимаю. Ну там в приоритете все равно надо красного замедлять. Ну в приоритете, но зеленый все равно у него поздно замедляется, там же можно обоих замедлить. Да, я понимаю, почему он не успевает. Ну там как бы и справка есть, и врачи говорили. Че есть? Справка. Какая справка? Ту лайф, я думал, что у тебя нормальное чувство юмора, ты все понимаешь. Ты, оказывается, тоже со справкой. Там МХТ витаминчики хавал, короче, может тебе пожрать тоже. Шурупец, хватит афкашить, вставай. Красава. Заходи в инст, я тебя резну по телу. Пиздец, шурупец. За месяц, да, вора одел. Шифу гирмит, блядь. Ну, тут как повезет. Я ТРС-ку пошел там и чешку забрал, шею забрал. Чешку не захотел уступать на кота последний. И больше в ТРС-ку не ходил. Нет, ну вашем нет. Ты пошли сразу не падают. Да, он сейчас специально нас вайпнул, блядь. Какие плащи? СРС. Забрал 10 квера вроде свой плащ. Давайте фулл баф, мутант опять дольше всех бежит. Опять словит пристабав, давай. Мутанта не было. А чё, Виталик, у тебя талика нету, что ли? У меня ботинки хорошие у меня, что ли. Боты я еле выролил, блять, тогда. 251-е такие были. Шурупец и фукасак. Ваня, хватит афкашить. Да я оттуда просто ровку сворачиваюсь. Сворачивай. Пей куклу, короче, садитесь, жрите что-нибудь. Вон стол возьмите маговский, опять стоит возле звездочки. Гайды на шамана смотришь? Не-не, там ковка оружия. Пак разбойнику паладин. Ваня, ты же понимаешь, что я шучу там, да? Ну, а я нет. Или будем драться на мечах, блядь. Нейкист, кулак, роги, пожалуйста.
не сбрасывайте кошем, только бопы давайте. А глыба что делает со слизня, багает его или нет? Нет, блядь, просто не откидывает, короче, цель и не наносит по магуру. Но... Нет. Не я скидывает цель. Не скидывает, ну, красного. Ну а он... мы вайпнемся, если он в глыбу приплывет. Если он попадет именно как вот-вот подходит, то не вайпнемся. Не должны, по крайней мере. Давайте, милики, подходим ближе. Чек на пол. Пока не пулим ничего. Сниму ноги, пока похилю. Какое-то говно у тебя, короче, а не ход. Так, Сэд, видишь, на кукле боя нету. Раньше бой давайте, бешен, на счет падала. Три начинаем. Раз, два, три. Его не на максимум качан. Легко можно не на максимум качать, куда там таланты девать. Только два из трех там качан. Выходите, слушай, мили зона, слушай, выходим. Давайте, далеко от зеленого, далеко от красного стоим. Замедли обоих, пожалуйста, вовремя. Бьем по дебафам слизни. Вообще от зеленого не замедлил. Тупо вообще. Убежали от зеленого цели, убежали. Сбежались. Замедли еще раз красного, плюнь в него. Зеленый не замедлен вообще. Ему нечем плевать. Все, красная смена. Падаем. Нет, бьем. Бьем. Сбегайтесь в цель, просто все время бежим в цель. Прям слизь. Пельмени смотрим. Давай, лютый, поднимай мага в своей группе. Какие-то проблемы. Бафы по магу. Зеленый выливается, все, давайте готовимся зеленого бить. Пельмени летят. Тупо. Ищите его в зеленого. Все, стой здесь, РДД, уйдите, бьемся зеленого. И весь МК на кого-то лайф. Пельмени смотрят. Стой вот там возле стола, сколпа, уходи только, и там где-то в том районе пока танчик. Ты красного тащи к зеленому. Смотрим красный, уходите далеко от него. Беги, малышка, беги! Слава, беги на него там, все, они все врут. Ты че, чуть не побежал на него? Тащи под зеленого. Милики стоят под зеленым в боссе. РДД стоят далеко на середине. РДД, идите сюда, к звездочке, в центр. Все в зеленого. Стопайте в проф, а бейте в зеленого. Почему ты их не замедляешь? У тебя 100 раги, переводим быстрее в профа, быстрее все в профа. На 35 же переходка? Да, нормально. К столу уводи босса. Ходим к столу, все прижались, и красные и зеленые к столу стали. Пивай лужи, ты не успеешь сейчас допить, допивай лужи вонючие. Бьем по дебафам. Пивай лужи, Коля! Бля, давай. Красного потом еще раз замедли, когда допьешь. Замедляй. Уводите сейчас. Красного с рейда, опять смена в рейде красного. Цель зеленого сбежались, красный смена. Че ты забыл? Повезло. Все, нормально, наконец-то. Походу лич легче, да? Да тут читаю,
проф убил. Тут на удачу зависит, короче. Прокнуло не на тех людей, короче, на красный цель. Все, и он будет ползать, три раза сменится. Еще протопал, он лужи не добивает. То не хватает луж, то не доставляет лужи. Че, блин, с этого ссылка конченого трэш убрать вообще было бы классно. Мы ходили как ВРС, блядь, по 7 штук в один день, нахуй. Да и миника ВРС можно убить, срон там уже все тупо фармит. Завоевателя ролича. Пошлите на Синдру. А. Я отошла. Не надо. А кто из вас забирал предыдущий токен? РЛ, я пойду сейчас спек на маги сменю. Да пойди смени, только не умирай лучше больше. Хорошо. Спасибо. Дарксайд, я тебя вижу в инвизе, братан. Пошли трэш бить. Зачем ты всегда формулируешь вот это на везение, босс, на везение? А играть научиться, блядь, нельзя за 6 лет? Это можно, я умею. Думаешь, учиться легко, блядь? Ой, так сразу. С твоим-то IQ это, конечно, проблема, как бы, блядь. Я говорю, блядь. Че, мы на Синдру идем? Да, простите, Синдру. Вообще нормально, как будто под меня. Тапки не утали сейчас. А тебе колье Талик. Нужно? Талик. Не, колье у меня... А колье нужно? Нет, не буду собирать. Локу не нужно колье. Локу наручено, СРС-ки. Мне колье нужно. Там, не знаю, Синейки, что не нужно. То о, ты выше меня в АП рвай, надо тебе ГП за что-то начислить. В смысле, блядь? За руку, да, он не упадет, ребята. Вайпи за Ваней, блядь. Конечно, начисляю. Сколько? Виталь, сколько ему дать? 500, блядь. 500. Ты замечал 4 утра, слышу, начислить. Все, ты пришел в рейд. Сейчас ты на Синдре будешь хлопать, я. Черт, тогда не косячить. Давайте, а вы, где ты есть? Я видел, ты в стену там бежала. Рискать спек. Мутант, спекни с танка кто-нибудь. Братья. Ваня, хочешь за определенные, ну, как бы. Количество золота, я могу зайти на твой аккаунт, похилить. И не умереть на Синдре. Да зачем, я и так захилю. А, не умрешь? Нет, все равно ПП сдвоенная. Так что мне все равно. Есть танк у нас кто-то? Не агрите дальше, трэш как бы. А спасибо, мутант, красава. Макгрегор, только предупредишь потом меня еще раз. Я все равно забуду. Пойти, РДД, бьем череп. Есть у кого-то Холли Паладин аспект? Да там в ретрике нормально хилится. Если шмот есть. Здорово, бандиты. Привет. Дайте фокуса куинер, инеры, побольше желательно. Там служи можно миликом выйти. Все, я тут, Ванек. Да все нормально, тут 4 инера залили.
Давайте, Войт с Кощугой будут на рейде, а мы втроем будем в порталы. Чем доходить, да? Ты же мог. Ты что это, Рома, не доверяешь мне? Доверяю. А почему? Что ты хочешь? Я Войда в портал отправил, я ему не доверяю просто. Нет, я хочу порталы. Не, ну я с шаманов перехиливаю, ты так умеешь? Ой, да что ты врешь? Не, ну смотри, я этих не перехилю, а так вообще реально, ну, верду много дам сейчас. 20-ку дам хп. Давай я вас перехилю, короче. Я просто не умею на рейде, если честно, меня раздражает это там. Как-то нет урона, потом бах, и все умерли. Ну, вот такая. Та же история. Как сейчас, да, нет, трудно, бах, умер. Хил. Что, уже определились, где Новый год отмечать будете? Да, новогодний рейд, он баф будет. В рейде, конечно. О, красава. А что, девчонки? Ибэк, как и тот. Девчонкам будете женам дарить что-нибудь, нет? Хлеб сначала найти надо. Хз, что подарить еще? Нашел квас спрашивать. Это тебе и девчонке, и жене надо подарить. И надо бы так, чтоб один подарок на двоих, да? Отведите капитанов. Типа себе трусы купите, обоим показать, да? Отведите капитанов под босса, пожалуйста. Какой-то сомнительный подарок. Хорош просто, не-не-не, я запомню эту хуйню. Так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Это спиннинги, подари ей хороший подарок будет. Стопас сходим, уже договорились. Спиннинг, леску новую, да? Капроночку, а то на закидушках старенькая, наверное, уже не очень. Кикейс, ты готов? Да. Виталь, дай шкаф. Ой, ты услышал, что ты в хиле, брат? У меня нету особо, прям ноль. Я услышал. Прям серьезно. Ну ты ж демоном идешь все время, как ты нет осколков? Это у Афлика всегда осколки. Но у меня закончились на проф, я пару раз кастанул ложок без прок. Ладно, Кики, слети пока в сторону инста, короче. Без тебя побьем второго босса уже. Давайте фулбаф, по мне. Я надо что с этого сундука? Дайте по мне баф и каску, пожалуйста, и пристабаф. Не, на бан мы его сумонить не будем. А, да, кстати, да. Да, на трэш. Почему на трэш не копишь осколки? Чек на пол. Я забыл, что они мне нужны, как бы, да? Ведь они мне не нужны. А что маг там, я забыл. Давай,